Мир шоу-бизнеса так устроен, что многие его представители тесно связаны с криминальным миром. Сегодня я расскажу о двух ярких представительницах мира шоу-бизнеса, которые имеют родственников с криминальным прошлым. И речь пойдет о двух ярких, знаменитых, красивых, харизматичных девушках – Ксении Бородиной и Кэти Топурии. Известная российская телеведущая Ксения Бородина, прославившаяся в популярном проекте «Дом-2», является дочерью криминального авторитета Кима Амоева. Многие связывают имя отца Ксении с небезызвестным дедом Хасаном, который считался руководителем крупной криминальной империи в России. Когда Ксении было всего год, ее родители развелись, после чего мать Бородиной снова вышла замуж, в этот раз за итальянского бизнесмена, владельца строительной компании. А Ксения осталась в России на попечении у бабушки. Когда Ксения подросла, она стала часто бывать в Италии и даже подружилась со своим отчимом. Биологическим же отцом у Ксении Бородиной были непростые отношения. Они мало общались и виделись очень редко. Телеведущая не рассказывала о нем в интервью и не публиковала фотографии мужчины в Инстаграм. И как только ей исполнилось 18 лет, девушка воспользовалась совершеннолетием, взяла фамилию матери, став Бородиной. А в мае 2018 года отец телеведущей Ксении Бородиной Ким Амоев скончался на 79-м году жизни. Комментировать ситуацию Бородина не стала. Другой яркой представительницей шоу-бизнеса, отец которой имеет криминальное прошлое, является Кэти Топурия. Настоящее имя певицы Кетиван Топурия. Родилась в Тбилиси. Среди артистов она выделяется своей яркой индивидуальностью. Свой путь на высокой сцене Кэти Топурия начала с солистской группы А-Студио. Отец Кэти Топурия Андро Санодзе, по образованию архитектор, являлся криминальным авторитетом по кличке Жора Тбилиски, который также был близок с дедом Хасаном. Отца Кэти осудили за незаконное хранение наркотических веществ, и через некоторое время он умер в тюрьме. Причиной смерти врачи назвали передозировку. Сама же певица уверяла, что не знала, чем занимается ее отец, и, несмотря ни на что, очень его любила. Наталья Топурия, мать певицы, работала инженером-химиком. Кэти признается, что до сих пор живет с матерью, которая помогает ей в воспитании дочери Оливии. А вам спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал «Цвет настроения». И до новых встреч!